Американский журнал Forbes в 17-й раз опубликовал список богатейших мировых звезд. Первое место в самой высокооплачиваемой сотне занимает боксер Флойд Мейвезер. Он слева. За год он заработал 300 миллионов долларов. Второй в списке тоже боксер. Третья – Кэти Перри и ее 135 миллионов. Чуть победнее группа One Direction. У них 130 миллионов на четверых. А у Роналда, Роберта Дауни-младшего и Джастина Тимберлейка еще в два раза меньше. Как это ни удивительно, фокусник Дэвид Копперфильд оказывается еще жив. То есть, оказывается, еще занимается своими шальными делишками. За год он заработал 61 миллион долларов. Единственной россиянкой, вошедшей в список, стала теннисистка Мария Шарапова. Она и ее несчастные 29 миллионов на 88-м месте.